Друзья, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить свежий выпуск. А мы начинаем. Анастасия Заворотнюк по-прежнему борется с глиобластомой, и по слухам, звезде сериала «Моя прекрасная няня» становится лучше. Некоторые упрекали актрису в том, что она сама виновата в возникновении этой болезни, якобы запустила здоровье. Однако врач Андрей Пылев утверждает, что это совсем не так. По словам специалиста, артистка никак не могла предупредить этот недуг. Дело в том, что заболевание долгое время может протекать бессимптомно, а специфических анализов по выявлению глиобластомы пока нет. Врачи ставят диагноз, лишь исходя из симптоматических жалоб пациентов, Пылев добавила. Данное заболевание само по себе очень редкое. Оно диагностируется у 2-3 человек на 100 тысяч. Лечиться за границу Заворотнюк не поехала. И Пылев объяснил почему. По его словам, российские врачи ничуть не хуже зарубежных, а цены в нашей стране значительно ниже. Если лечение пройдет удачно, то актриса через некоторое время сможет вернуться к нормальной жизни, отмечал ранее врач. О том, что Анастасия Заворотнюк идет на поправку, говорили многие ее друзья и коллеги. Актриса Ольга Прокофьева подчеркнула, что огромную роль играет семья, которая все делает для выздоровления. Не забудьте поставить лайк нашему видео и до скорых встреч, друзья!